Бой за титул чемпиона – это всегда особый случай. Лишь самые достойные и крутые бойцы получают шанс сразиться за него. Такие бои с нетерпением ожидают зрители, а специалисты уделяют им особое внимание. Бой за пояс – это всегда настоящее испытание силы духа, таланта и подготовки. 22 июля 2017 года в Республике Ингушетия состоялся ежегодный традиционный турнир «Битва в горах». В главном бою вечера разыгрывался пояс чемпиона M1 Challenge в легчайшем весе. Павел Ветрук владел целой россыпью титулов в ударных видах спорта и был трехкратным чемпионом Санкт-Петербурга по тайскому боксу, чемпионом России по укадо, победителем Кубка Александра Невского, а также Гран-при Дух Воина. Практически вся его карьера на тот момент прошла в M1 Global, и он был первым чемпионом M1 Challenge в этой весовой категории. Данный бой должен был стать первой его защитой. Соперником Павла стал Мовсар Евлоев, на тот момент восходящая звезда российских смешанных единоборств. Все свои поединки он провел на турнирах под эгидой M1 Global. И в 7 боях добился 7 побед. Причем лишь опытному американцу Ли Моррисону удалось пройти с Мовсаром все 3 раунда. Остальных Евлоев победил досрочно. С каждым боем Мовсар прогрессировал и прибавлял как в технике, так и в физической мощи. И в тот день он был готов бросить вызов опытному оппоненту, чтобы постараться забрать его титул. M1 Global presents. Ну что ж, вот и подошло время главного события сегодняшнего вечера. Да, я думаю, мы все сейчас слышим, ради чего здесь собрались на трибунах тысячи и тысячи болельщиков в Ингушетии. Временный и действующий чемпион наконец-то столкнулись лицом к лицу. Да, Павел Ветрук, Мовсар Евлоев. Останется только один чемпион после этой схватки. И мы уже узнаем через максимум через минут 25, кто это будет. Как сказал Мовсар, он готов драться все 25 минут. И, как мы видели в бою против Алексея Невзорова, выносливости у него хватить может и на 10 раундов. Но это мы видели и в бою против Ли Моррисона. Абсолютно верно. А Павел Ветрук известен тем, что на зубах может вытащить любой, казалось бы, самый безнадежный поединок. Еще и опыт за его плечами. И, скорее всего, все эти навыки Павлу сегодня понадобятся. Пока что не форсируют события оба бойца. Оно и понятно. 5 раундов, спешить некуда. А цена ошибки слишком высока. Попытка хайкика от Мовсара. Принимает защиту ее Павел. Пытается пробить корпус. Хороший лоу. Навстречу попали друг другу. Обменялись ударами навстречу. Ветрук пытается атаковать серией. Вот левый прошел, левый боковой через руку. Мы видим, очень хладнокровен, вот. Очень собран Мовсар, не потрясен ни одним из ударов. Ждет он свой шанс. С Невзоровым он дождался во втором раунде. Здесь прошло всего лишь 1.5 минуты. Времени, повторимся, у обоих более чем достаточно. И в то же самое время один удар здесь может все решить. Идет вперед, видим, почуял. Чуть-чуть немного глубину брешь в обороне соперника Евлоев. И уже идет вперед. Пытается поджимать. Павло попадает. Зрители неистово поддерживают своего любимца, своего фаворита. Да, бой проходит на очень высоких скоростях, мы видим. Еще двойка проходит у Евлоева. Поджимает он Ветрука канатом. Работает на коротке, хороший боковой от Павла. Вот Павел, да, пытается попасть, пытается в тайский клинч войти, но вместо этого... Удается Ветруку сбить его в партер, да, тут же стоит Евлоев. И тут же Евлоев переводит его и попадает на гильотину, но там рука у Павла, он не может сейчас руки сомкнуть. Там одна рука. Сложно ему будет закрыть здесь гильотину из этой позиции. Евлоев это понимает, он старается сейчас вырваться, да, из этого подняться, захвата. Расцепить, разжать руку, вырвать голову и оказаться в гарде сверху. Скорее всего, сейчас это, видимо, ему и удастся, да. Удается, он работает из гарда. Мы слышим оглушительная поддержка. Зрители начинают вскакивать со своих мест. Ветрук его вяжет в гарде. Очень спокоен Мовсар, мы видим, не теряет самообладание ни на секунду. Меж тем миновало 3 минуты боя. Да, очень плотный, очень интенсивный бой. Достойные соперники. Раз,
Пытается пройти защиту Ветрука Евлоев. Да, пытается понемногу ослабить гард, может быть. 20 тысяч зрителей гонят вперед своего чемпиона. Да, мы слышим, поддержка просто невероятная. Павел попытался открыть гард для того, чтобы, возможно, перейти на армбар, и тут же его закрыл. Понял, что там слишком все нелегко для него, и эта ошибка может стать для него роковой. Что интересно, ведь всю эту историю с партером началось с того, что Ветрук именно пытался перевести Мовсера и подхватил, даже завалил его на спину. Да, но тут же нашелся Мовсер, да, нашел баланс и перевел уже в свою очередь, да, с контры. Да, то есть если такой сценарий ожидался, но не ожидался он того, чтобы это будет по инициативе Ветрука происходить. Согласен. Потому что все-таки Паша — это базовый ударник высочайшего уровня. Пытается сейчас настойчиво Мовсер прорваться сквозь его гард, но Павел держит его. Да, Павел гард открыл, но при этом удерживает руками, пытается вязать. Вряд ли тут что-то за 20 секунд сейчас. Хотя вот посмотрим, да? Пытается перекатиться. Скинуть пытается ноги. Мовсер атакует сверху. Вот как мы видели сегодня, Джо Рикс атаковал амплитудными ударами. Подтяжки работал. 10 секунд последнего первого раунда чемпионского боя. Всего этих раундов может быть 5, если пройдет бой всю дистанцию. Ну что ж, первый раунд завершен. Хороший бой. Отлично. Первая пятиминутка. Отлично. Евлоев настроен на все 120-150% забрать пояс. Ну да, тут отступать некуда. Но Ветрук отдавать этот пояс без боя не собирается. Да, здесь, конечно, Мовсеру предоставился просто уникальный золотой шанс стать чемпионом. Перед своими зрителями, перед своими болельщиками. Естественно, он будет для этого делать все и даже больше. Начинается второй раунд. Обменялись джебами соперники. Готовят атаку. Да, как и в начале первого раунда, точно так. Хороший же. Хороший удар навстречу. Ищут малейший. Еще удар. Ветрук старается раздергивать на дистанции. Ветрук понял, как можно пытаться с Мовсером справиться, но тут же Евлоев его настигает, зажимает в угол, начинает бить. Да, да. Мы видим снова тай-клинч, да. Пытается взять Мовсер и берет. Одной рукой берет, другой работает. Что интересно, это сильнейшая, это одна из сильнейших сторон Ветрука, да, работает в таком клинче. Удивительно. И Мовсер сейчас вольную борьбу показывает. Переводит, и мы видим, пытается сейчас выбраться из гард, даже не вошел в гард, не может, а вот сейчас Павел, видимо, гард закроет. Ну что ж, концовка второго раунда плавно перетекает концовка первого раунда плавно перетекает в начало второго. Абсолютно точно. Да, что интересно, Мовсер не побоялся играть полностью на поле Ветрука. Мы знаем и помним, как Паша Сергея Морозова вот в этом клинче апперкотами чуть не нокаутировал. Причем, это его поле было, битва. Да, причем мы видели, что он тай-клинч одной рукой, да, и другой рукой бил. В таком тафгайском стиле он не из классического тай-клинча коленями работал. То есть оставлял бреши в обороне, но при этом не смог ими Ветрук воспользоваться. Вот пытается гард пройти Мовсер. Да, пытается прорваться, отчаянно его Ветрук держит, контролирует. Миновало полторы минуты. Мовсер Евлоев, Павел Ветрук. Бой за титул чемпиона M1 Challenge. Вот, в легчайшем весе. Пытается в маунт пролезть. Евлоев очень здорово контрит Ветрук. Но вот... И вот хафгард. Половину пути Евлоев преодолел. Пытается тоже вот креветку сделать. Да. Ветрук и получается. Здорово очень. Павел научился, конечно, бороться за последние годы. Вторая нога пошла. Сейчас пытается в сайд-маунт выйти Мовсер. Улучшает позицию. Смотрим мы. Сейчас будет спину забирать Евлоев. Но Ветрук пытается, сейчас может Павел вернуть его в гард, но не может он закрыть гард. Все, сейчас Мовсер видит. Активно работает. Ну то, что творится сейчас да, здесь. Неистовствует толпа, да, понимаю. Даже комментировал. Вот маунт забирает Мовсер. И работает теперь с маунта. Сами горы скандируют сейчас имя Мовсера. Павлу вот что, переходит на рычаг локтя сейчас, да, видимо, пытается перейти. Готовит он этот рычаг абсолютно. И Павел ясно. Видит сейчас это движение, пытается скрутиться.
не удается ему. Но сейчас, да, нелегко Павлу, очень нелегко. Бешеная поддержка вообще. Между тем, полторы минуты остается. Полторы минуты до конца второго раунда. А, ни на секунду не прекращает Евлоев работать. Ищет, ищет. Как можно улучшить позицию. Не знаю, слышал ли хоть кто-то в этом шуме подсказки секундантов. Но Мовсер как-то что-то даже успел посмотреть в свой угол и кивнул там понимающе. Значит, он все слышал, все, что ему надо. Ну да, мы видим. Дышать Мовсер старается его хорошо, стряхнуть. Не паникует, работает. Да, Павлу надо выбираться отсюда. Попытаться, может быть, встать. Вот он к сетке пятится. Пытается сейчас по сетке встать, но очень цепко держит его Мовсер. Как мы видели, держал он Ли Моррисона, да, чем-то напоминает этот бой. Ну да, американского тренера по борьбе. Катал в партере, как ученика. Да, и мы видим, с одной позиции на другую переходит Мовсер. Вот. И вот и Маунт. Снова Маунт спину забирает. Спину забирает, Витрук крутится, остается 20 секунд. Успеет ли что-то сделать сейчас Мовсер? Критический момент для Павла. Нужно ему держаться, если он хочет не отдать пояс уже сегодня. Ну что ж, концовка второго раунда еще более сумасшедшая. Ну что ж, начало третьего раунда. Забегая немножечко вперед, скажем, что, скорее всего, победитель и чемпион, который будет один, да, после этого боя. Может быть, будет реванш, а может быть, ждет встреча с американским бойцом. Джошем Реттенхаусом, который уже выиграл 3 из 3 поединков на М1 и однозначно заслужил свой титульный шанс. И наверняка этот бой будет тоже фантастический. Но пока мы еще не знаем, кто выйдет победителем здесь. Первые два раунда очень здорово провел Мовсер. Явно действовал именно так, как и было запланировано. Ну что ж, а сейчас Павел пытается включить форсаж. Но Витрук будет заставить, конечно же, на ударную технику на свою. И вот снова едва не спровоцировал, да, перевод в партер Павел, но вместо этого едва не перешел сам. Пытается, зажимает его в угол. Да, пытается Витрук подобрать ключи. И вот тай клинч был сейчас. И бороться пытался, но пока что не так много у него шансов. Бывший чемпионом 1 в легком весе Максим Дивнич кричит: «Не вяжись!» Но именно это Павел делал, и вот сейчас отдает он спину. Еще один прием из школы вольной борьбы продемонстрировал он Евлоев. Да, вот пытается. Забрался он очень лихо за спину Витруку. Пытается сейчас Павел кувыркаться. И в гард, да, запускает он Мовсер. Очень сложно. Очень цепко работает ингушский боец. Очень-очень цепко. Ни миллиметра свободного пространства не дает, мы видим. И при каждой удобной возможности улучшает свою позицию. Очень похож бой на бой с Ли Моррисоном. Постоянное движение. Переход из одной позиции в другую. И град ударов, который сейчас терпит Павел. Но этого явно недостаточно для того, чтобы пояс оставить у себя. Он пытается вырваться, но Евлоев впился в него как бульдог. Не отпускает ни на секунду. Да, абсолютно верно. Похоже это на бой с Ли Моррисоном, когда там тотально таскал и мучил. Видимо, победив Ли, бульдог, питбуля Моррисона, да, бульдога, американского бульдога. А вот смотрите, на болевой прием старается выйти Витрук, но пытается, но очень сложно. Сейчас уже и третий раунд, и скользкие оба. И снова доминирующую позицию пытается занять Мовсер. Встает Павел, получает коленом, но все же встает. И удушающий прием пытается нанести Павлу. И тут же провернулся Мовсер, уже не получится у Павла. Вырывается и выходит Маунт сверху. Да, Маунт практически закрылся сейчас правый глаз там у Павла, мы видим.
Сечка, гематома. Не видит он сейчас правым глазом уже, я думаю, сейчас процентов 70 ударов, которые обрушиваются с этой стороны. Снова, снова ему сейчас нужно защищать себя со спины. Тяжело, очень крутится, тяжело сейчас постоянно находиться в движении, потому что как только он остановится, Мавсар будет выходить на удушающий. Вот ищет сейчас для себя оптимальную позицию ингушский боец. Павел дышит тяжело, понимает, что сейчас может все для него решиться и не в лучшую сторону. Нужно бороться, нужно ему до победного сражаться. А Мовсар очень технично разбивает своего соперника к радости местной публики. И снова садится в маунт. Вот уже и Лукаш Басацкий предупреждает, что нужно работать Павлу. Просто пассивная защита здесь недостаточно. Пытается сейчас по бедру работать локтем Павел. 55 секунд до конца третьего раунда. Да, меньше минуты. Увидим ли мы чемпионские раунды сегодня? И пока что все идет к тому. Павел Ветрук показывает несгибаемый свой характер. И вот пытается прокрутиться, но да, держит очень его цепко сзади Мовсар. 30 секунд. 30 секунд изматывающего напряженного поединка за пояс чемпиона. Да, тяжелейший бой. И вот снова пытается сорвать квартер, да. И прижать к сетке Мовсар. Остается всего 10 секунд. 10 секунд до конца третьего раунда. Снова Мовсар сверху. Завершен третий раунд. Ну это да. Да, третий раунд. Столкновение характера. Чемпионский бой переходит в чемпионские же раунды. Четвертый и пятый. Да, три раунда пролетели незаметно практически. Ну что ж. Мы видим, насколько спокоен Мовсар, действует строго по плану. Ну да, ему сейчас отступать от выбранной тактики вряд ли стоит. А вот Павлу нужно уже, видимо, импровизировать, что-то придумывать. Форсировать, импровизировать, придумывать. Потому что так для него дело не пойдет. И оставить ему у себя пояс, если он будет действовать так и дальше. Пошел в обмен ударами Мовсар. Сразу же в клинч. Затаскивает он Павла снова в партер. Да, мы видим, в принципе, действует так же, как действовал он и все три раунда. Забирает спину со спины, бьет по задней стороне бедра коленями, работает обеими руками. Тяжело Павлу, и Павел понимает, что нельзя ему оставаться в той позиции. Удалось ему встать, ой, попадает он коленом, да, как раз навстречу, как раз когда Мовсар пытался пройти в ноги. Прессингует Евлоев своего оппонента в канаты. И вот, да. Снова перевод в партер. Пересиливает, да. Работает физикой, давит сейчас. Мовсар пытается там уже практически распятие делать, чтобы Ветрука вообще не было совершенно пространство для того, чтобы вырваться. Тяжело, тяжело Павлу здесь. Да, всего два месяца назад мы видели, как очень-очень тяжелый бой был у его товарища по команде титульный, у Максима Дивнича. И вот сейчас Павлу нужно обязательно что-то придумывать, если он хочет оставаться чемпионом. Но пока придумать ему ничего не удается. Работает Мовсар, работает просто как компьютер, выверено до мелочей. Пытается он опять затянуть Ветрука со спины. Сейчас ему это начинает удаваться.
2,5 минуты остается. Вот и удается, сейчас почти удается его застегнуть. Захват. 2 минуты до конца 4-го раунда. Ну, мы видим, да, в этой позиции комфортно ингушскому бойцу. Отсюда он работает. Работает достаточно активно, чтобы еще не единственного раза за 3 с лишним раунда Лукаш не поднял этот бой в стойку, то есть меняет позицию. Попытался ли друг Павел Давос, сейчас удалось, едва не встал. Евлоев тоже пресек эту попытку. Да, и вернулся в нужную для себя позицию. Пытался Ветрук сделать сейчас тейкдаун, а получилось, что его рука, по-моему, попала в капкан. Так, последняя минута 4-го раунда. Сдается минута. Елой снова накатывает на Ветрука. Вот пытается встать. Встает! Встает Павел, да. Пытается поджать, в ноги пытался идти, но накрыл его там Мовсер. Последние 15 секунд, и что, удастся на бросок? Да. Бросок, очередной бросок, да, от Мовсера. Концовка 4-го раунда остается тоже за ним. Ну что ж, последний раунд впереди. Последние 5 минут. Ну да, мы видели, что Мовсер не тот человек, который может позволить эмоциям взять верх. Мы видим, он все 4 с лишним раунда абсолютно с невозмутимым лицом проводит, совершенно не меняясь у него выражение лица. Ну а Павел уже, да, отчаянно идет вперед. Вот идет в борьбу и удается впервые. Удается ему тейкдаун, смотрите-ка. Да, впервые за 5 раундов. И переход в сайдмаунт. Сумеет ли он извлечь? Но нет, там его сдерживает Мовсер. Однако Павел все не оставляет попыток сейчас сайдмаунт пройти. В хафгарде оказывается. Пытается он сейчас вырвать ногу, чтобы зайти сбоку опять. Евлоев очень грамотно сопротивляется ему, защищается. Может сейчас сам улучшить позицию. Интересно, что Ветрук решил сделать ставку на перевод соперника в партер. Не стал рубиться в стойке, что, в принципе, ожидалось бы от него. Да, то есть сам инициировал перевод. Пытается выйти в маунт. Накатывает Евлоев. Да, и выходит в хафгард. Да. Мы слышим, да, реакцию. По-моему, горы сдвинулись со своего места. Да, сейчас. 20 тысяч человек сейчас. Оглушительный рев трибун, да. Нарывается Мовсер, возможно, лишает Павла последнего шанса что-то в этом бое поменять. И сам пытается пролезть в маунт. Снова, да, за спину заходит Мовсер, но мы видим, вот так, как он это делал в нескольких последних раундах, да, даже не заводит обе ноги. Ветруку приходится рисковать, он будет рисковать. Вот мы видим, уже несколько раз, да, была возможность у Мовсера взять полностью спину, заводить ноги, но он этим не пользуется. Он обвивает левую ногу Ветрука и работает отсюда. Просто работает наверняка с минимум риска и ущерба для себя.
Да, как удав настоящий. Ингушский боец легчайшего веса. Очень сложно вырваться. Практически невозможно. Да, чуть борьбу, больше двух минут остается. Фантастическую, конечно, борьбу сейчас демонстрирует Мавсар. Ветрук вертится по ним из последних сил. Вот Маунт выходит уже. Мавсару надо что-то делать Ветруку, и он отдает спину снова. Тут ничего не оставалось ему. Но будет рисковать Павел. Ну да, здесь уже... Последние две минуты пошли нужно, боя. Нужно что-то делать, что угодно. В принципе, здесь терять уже нечего. Да, терять абсолютно нечего, кроме чемпионского пояса. Надо идти вперед, надо вороваться. Евлаев прекрасно понимает, к чему все идет. Отпускать своего оппонента он не собирается. Ветруку придется изобретать что-то фантастическое, чтобы вырваться из этого захвата. Вот это интересно было. Да, да. Нестандартный такой вход. Но в итоге оказывается Евлоев там же, где и был. Работает со спины. Да, для такого веса у Мавсара еще и огромная физическая сила, конечно же. Да, и сила, и выносливость, как мы видим, на высочайшем уровне. Последняя минута, 50 секунд этого боя. Боя, который выявит только одного чемпиона. Да, полминуты, и сейчас, я думаю, Павлу уже только чудо может помочь. Да, и вот, конечно, его жестко контролит последние эти секунды. Да, показывает тотальное превосходство в борьбе из всех позиций. И мы слышим, да, встает зрители. Да, все зрители встали просто со своих мест. Последние 5 секунд. Они приветствуют своего чемпиона. И эти 5 секунд, как и 5 раундов, остаются за Мовсаром Евлоевым. Абсолютно понятно, кто стал чемпионом сейчас. Аплодируем Павлу Ветруку, который не сдавался до последней секунды. Аплодируем новому. Я думаю, что это ни у кого не остается сомнений, в чью сторону будет вынесено судейское решение. Новому чемпиону Аванчери в величайшем весе. Мовсар Евлоев. Человек, который провел все свои бои в Аман Глобал, который состоялся как боец, состоялся здесь как чемпион. Чемпион, доминирующий в своем весе. Вот он, представитель нового поколения бойцов Республики Ингушетия. Безоговорочный, непобедимый Мовсар Евлоев. И теперь действующий чемпион Аманчелли в величайшем весе. Поздравляем! И, дорогие друзья, прощаемся с вами. Следующий турнир Аманчелли 82 пройдет в Хельсинки. Ждем вас на трибунах, у телеэкранов. Будьте здоровы! Всего вам доброго! Итак, это твой вечер, твое время. Скажи все, что ты хочешь сказать публике. Саламу алейкум, сэрю алмасня. Свою победу, этот пояс я хочу посвятить на день рождения своей любимой республики. Далса долг поддержки Хамилбе Ахачин, дал борца Болбой. I want to thank everybody for support and I owe my victory to my lovely republic and to its anniversary. Ladies and gentlemen, one more time for your champion, Mavsar Evlaev! Дорогие друзья, давайте поаплодируем нашему герою Павел Ветрук. Он здесь, в рейдже. Потрясающий бой сегодня показали парни. Салам алейкум, Галаймо. Днем рождения на всех. И с новым чемпионом М1. Я... Как глава республики
Хочу сейчас поднять руку Паши, Павла Витрука. Это реально легендарный боец. Я смотрел его бои. Вот он уже никогда не сдается. Он настоящий. Спасибо тебе за великолепный бой. И вот этот бой показал, что победа самая, что ни на есть, настоящая. Чемпионский пояс самый, что ни на есть, настоящий. И наш Мовсер вырос до мирового уровня. Паша, тебе спасибо. Ну и, конечно, нашему Мовсеру. Барко. Уважаемый Юнусбек Мамангаревич, еще раз от всех организаторов, от лиги M1 Global, от всех, кто каждый раз с огромным удовольствием приезжает в вашу потрясающую республику, ваш живописный край, позвольте поздравить с этим замечательным юбилеем, с 25-летием. Здоровья вам, здоровья всем жителям, вашим замечательным аксакалам. И пусть ваши спортсмены растут во славу России! Спасибо, спасибо всем. Я не вижу здесь Рахима Чахкиева, не вижу нашего гостя Тарамова, боксера. Прошу сюда подняться, давайте сделаем фотографию. Сейчас было сказано никто, кроме нас, а у меня в кабинете висит флаг воздушно-десантных войск. И там написано «Ваймардац» по-ингушски. Ну что, дорогие друзья, битва в горах под номером 6 M1 Challenge 81 закончены. Мы вас поздравляем, друзья! Спасибо, что вы были с нами!